Фестиваль «Царь сказка» – один из самых старейших в России. И уже в 17-й раз новгородского зрителя ждет встреча с яркими театральными труппами разных стран – России, Белоруссии, Китая, Бразилии и Еревана. Впервые в программе появится проект «Гомпа» из Порту Алегри и Брестский театр кукол из Беларуси. Откроет фестиваль бразильская постановка «Малютка Франкенштейн», но в онлайн-формате. Оригинальный, смешной, с улыбкой спектакль. Не то, что смешной, с улыбкой. И он такой очень изобретательный. Его интересно будет смотреть. И мне кажется, что очень в данном случае изобретательно. У нас актер Олег Зверев этот спектакль перевел. Изобретательно не в том смысле, что сам придумал. А ему пришлось с португальского переводить на английский, потом с английского на русский. Бразильскую постановку «Малютка Франкенштейн», а также китайскую «Птичка, ракушка и рыбка» можно будет увидеть в онлайн-формате 21 и 25 апреля. Остальные спектакли в связи с закрытием драмтеатра на реконструкцию пройдут всего на двух площадках – сценах театра «Малый» и «Филармонии». Однако организаторы фестиваля уверены, что зрителям это не доставит никаких неудобств. Надеюсь, что несмотря на какие-то сложности, в которых мы сейчас пребываем все, театр победит и искусство будет с нами жить эти несколько дней и наполнит нас какими-то позитивными эмоциями, смыслами и понятиями о том, как нам развиваться дальше в искусстве и как нам вместе со зрителем искать дороги к собственной духовности, душе и вообще к connection people, к коммуникации людей. В рамках фестиваля традиционно сделали и выставку плакатов. В этом году решили показать 20 бразильских афиш театральных постановок для детей. Помимо этого предусмотрен образовательный проект «Лекторий», в рамках которого пройдут мастер-классы, встречи с театроведами и трансляции обсуждений спектаклей. Все встречи, так же, как и театральные постановки, пройдут в разных точках. Это здорово, потому что таким образом город своего рода живет фестивалем в течение недели. И можно перемещаться по городу между площадками, ощущать, что ты как будто вокруг такая атмосфера. Международный фестиваль «Царь сказка» пройдет с 21 по 25 апреля. Уже 1 числа билеты поступят в продажу. Повезло и обладателям пушкинской карты. Все театральные постановки можно будет посетить и по ней. Анна Комиссарова, Галуст Гивандян. Новости. Новгородское областное телевидение.